Вот мы тебя поймали. Оладики жарит и ест. Вот так вот, Радочка, она мне дает. Понятно? Все в себя. Пойдем мы сходим с тобой, грушки порвем. Пойдем, мы сейчас все идем, всем компанией. Дядя Марсик идет, дедушка Лирик, маманька, папанька, все идут грушки собирать. Пошли, и тебя берем. Пойдем. Вставай, хватит лежать, придавливать коврик. Там как написано. Ты его как гвоздями прибила прям. Пойдем, Радулька. А пока мы сходим, может быть, нам достанется даже еще и этих оладиков. Может быть, попадется нам, хоть один достанется. Вот столько съедаем, столько. А ну подожди. Во, резкость на виду. Ух ты. А это тоже можно съесть, да? Красиво. Все красиво. Когда все красиво. Даже Дуля красивая. Ну. А кто-то всерьез воспримет, скажет. Какая она жестокая, Виктория. Собачкам вот сварила. О, сварила. Еды нам поджарила. Скажет Александр Леонидович, она вам Дули крутит. Как вы ее терпите? Как вы с ней живете? Как? Пошли. Пойдем, все идут. Все идут, говорю. Сейчас мы, знаешь, что? Все идут. Все идут. Где эти все? Сейчас будем собирать. Я знаю, как Радочку вымануть. Привет. Пошли груши собирать. Вот и выперли нашу Радочку. Пошли. Идем все вместе. Да тихо, не завали. Марсик. Поливать еще можно будет к вечеру. Берем приспособление. Лежит там и ждет, когда оладики дадут. Все, сбили. И Лирик. Это знаете, что у нас? Это у нас палка подпирает дверь от ветра. А вот кто-то из бульдогов ее сбил. Я еще не собрался. А вы уже рванули все шумной толпой. Мне еще надо приспособление взять. Вот она. Что за приспособление? Рвать урожай. И корзиночку. Вот эту возьмем под груши. Пошли. Ветерок, правда. Ну все. После вот этой знойной жары. Гляньте. Вы видели, что творится? С какой скоростью они улетели туда? Гляньте. Я забыл калитку закрыть. И все. Иду. Мирка за мной. Говорит, хозяин, мы же без тебя. Иду, Мирочка. Иду. Иду, Радулька, все. Я знаю, что вы без меня не пойдете в сад. Я знаю, что сейчас, может быть, даже и рыбка поймается. Сейчас мы вчера приманку кидали. Может быть, даже и будет рыба. А если не будет, я кину приманку, а на обратном пути я их угощу рыбкой. А это что здесь такое? А тут уже Лирик. Лирочек, ты счастлив? Пришел невод пустым.
почему он пришел? Потому что не было прикормки, которую мы сейчас положим. Макуха называется. На голую сетку не хочет рыба ловиться. Что это у нас тут не умыватый с утра? Все, облезаешь? А тебе не дам, ты меня с пальцами можешь откуда. Он раскупался, гляньте. Пока мы тут ходили, вон, видите, вода мокрая. Вода мокрая. Вода. Так, ну что, кидаем. Вот туда. Все. Лирик, молодец. Самостоятельный песик. Надо закрыть. А то вдруг дождь пойдет. Все. А так не страшно. Ну, проверим, как вода. Ой, отлично. Виктория говорит, давай после обеда скупаемся. Сегодня смотрите, как облачка, нету того зноя. И самое главное, ветерок, который сдувает комаров. Это самое главное. Ну что, замочить вас, Марсюшка? Давай. Давай, моя радость. Вот так. Замочил одного. Мальчик, дай ей. Что она в конце концов на тебе? Так, тебя тоже давай замочим. Идите все сюда. Идите ко мне. Здесь на мелкоту. Иди. Давай. Плыви, плыви. Молодец. Так, ты крутишься под ногами. Давай. Вырывается. Греби, греби. Греби отсюда. Так, ну а Жорка, как обычно, сбежал. Смотрите, какой ветерочек. Как приятно, хорошо. Не жарко, я даже рубашку одел. В шортах, в рубашке. Мискантус как поднялся, гляньте. Такой камыш. Пройду с этой стороны, посмотрю на бананы, как они у нас, бананчики, вон они, видите, растут, один, а это третий, а один там в саду, приживается. Ну что, пошли? Уходим. Идем за грушами. Через мост не пойдем.
Вот еще какой камышек, гляньте. Такой пушистый, нежненький. Просто такой напоминает цыплят, знаете, так суточных. Лирик уже скупался. Ну, рыба так быстро, конечно, не подойдет. Я проверю. Кто его знает? Опа, видели? Маленькая была. Проскользнула через сетку. Мирочка, это маленькая, тебе на один зуб. Зачем тебе? Ну, а мы идем за грушами. Будем рвать. Пошли. Так. Марсик, я вижу тебя. Вон он ты. Марсюха, пойдем. Жорка взял мудок. Убегать от коллектива. Даже Лирик с нами. Марсюха, быстрей. Бегом, ждем тебя. Марсик. Вон ты идешь. Быстрее, быстрее. Марсик. Ну что ты остановился? Марсюшка. Ну вот же ты, вот. Иди, иди, иди. Не поскользнись только здесь. Не, сказал же, не поскользнись. Здесь скользко. Вообще, ил. Я это знаю. Предупреждаю. Это потому что один раз шмякнулся сам. Марсюнчик. Марсюнчик, иди сюда. Марсела. Глянь, что у меня. Марсик. Марсик. А, я же его скупал. Я и забыл. Вот у меня память, а? Бросил. Думаю, сейчас скупаю его. Он же у нас плавал. Все. Идем. Он жарко, не купанный остался. Но он как-то не страдает без этого. У него организм молодой. Видели? Мирка понеслась. А вот это поворот, видите, поворот. И вот она дырка. Вот она. Это Мирка пробила эту дырку. Она на повороте, когда не выруливает, и прям в эту дырку летит. Вернее, там дырки не было. Просто она ее уже сделала дыркой. То место. А вот он и Жорка. Нашелся. Ну что, а мы идем. Несем орудие сбора груш. Груши у нас здесь. А это я, земляне. Вот. Всем привет. Груши, видите? Так, пусть лежит. Ну что скажу. Ну вот она. Груша, ее половину обрезать. Половину можно съесть. Вот видите, так она отсюда ничего. О, это тоже. Бок уже он вялый у нее. Здесь пока еще. Ты где был? Там купания происходили. А ты как назло убежал. Ты чувствуешь, что
будет купание. Ну ладно, здесь пока груши еще зеленые, зеленые. Идем сюда. Здесь тоже они как дерево. Эти все деревянные, то бишь им еще до зимы надо. А вот еще спряталась грушка, видите, она уже поспела, мягкая. Нашла себе еду. И что ты там? Ну, конечно, сухую, сушеную грушу нашла. Пошли. Идем дальше. На этой груше нет ничего. Не, есть. Вот она, груша. Видите? Но она зеленая-зеленая. Или это яблоко? Яблоко. Как хорошо, что ветерок, комаров нет. Сдувает. Они в такой ветер не летают. А вот у нас это что? Боярышник. Видите, спеет. А вот еще груша. Она тоже пока еще не созрела. Видите, надо отделить. Сейчас. И вот, гнилую оторвать. Сами груши пока еще твердые. Я просто гнилые оборвал. Хорошая эта штука, помогает мне. Я даже ей вишни рву. Сейчас придем к вишне. Рада! Рада! Где она, наша девчонка? Вот она. Рядышком, я за нее всегда переживаю. Ну а жорка, как обычно, в шалаше. А Кузя, как обычно, в воде. Все как обычно. А мы идем мимо дубов, мимо этих. Вот она. Хотел быстро сказать, липы. Вот он, кизил, видите? Значит, зеленые. А здесь у нас вот сливы. Ну что-то их в этом году не видно. Слив. Вообще ни одной. Но зато есть, знаете кто? Вишня. Целая ветка. Вишни. Виноград вон, правда, висит. Смотрите, где. Видите? Прямо на земле висит. Это Миркина добыча будущая. А мы вот сейчас сорву на компот вишенки.
такой вот метод сбора. Я немножко просто покажу, как это работает. Вот видите, вот они, вишенки. Вот теперь. Ну, не хочешь, мамка все съест. Вот так. Спрашивать вас много. Поняли принцип какой? Берешь и так вот, и даже вишню можно собирать. Но опять же, одной рукой неудобно. Я это делаю чисто, чтобы показать, что есть такое приспособление. И оно успешно помогает. И туда залезем рукой. О, видите, вывернул наизнанку. Идем дальше. Да, виноград еще не спелый, хотя попробую. Ну, уже такой, знаете, кисленькие. Рада с Мирочкой, они кислые не любят. Вот его, сколько виноград, видите. Вот он, все. Вот. Не, кислятина. Видели, сорвала. Ну что, кисленький? Дай-ка твою мордочку посмотрю. Кислый. Пошли. Может быть, нам повезет и инжир будет спелый. Ну вот мы сделали круг, прошли по винограднику. Это у нас здесь второй виноградник. Как бы черный. А там впереди есть у нас еще. Знаете, какой? Есть еще у нас белый виноград. Так, Жорка. Лирик. Марсик. Ветер раскидал бутылки. Ну, у нас есть мусорный бачок. Его сюда спрячем. Перед тем, как давать рыбе корм, я всегда мою руки. Ну кто, налетай, торопись, раздается рыбий корм. Марсик, Лирик, где они? Ну а что осталось, отдам рыбам. Видите, какая чистая. Серега помыл, почистил озеро. А вон она Кузя плавает, знаете. Ну, ладно. Мы пришли, я раздал корм. И на этом я, конечно, заканчиваю серию «Поход по саду». Я всегда на этом месте заканчиваю первую серию, начинаю снимать вторую, а потом, может быть, и третью. Ты где был? Там корм раздавали. Или ты был? А, это Марсика не было. Вон он, Марсик, видите? Вот он. Ну что, земляне, вот вы стоите со мной возле Лиры. Видите, как она формируется?
мы ее вверх поднимаем, она заворачивается, у нее кончики, а мы ее все равно вверх формируем. Все, собрались все, вон Жорка, вон Марсик, вон Лирик идет. Лирик, иди, я тебя возле Лиры щелкаю, и я тебе корма еще дам рыбьего. Лирочек, идем быстрее. Лирик, Лирик, мне надо серию заканчивать, бегом. Как же я? Ты в этой серии должен поесть рыбьего корма. А в следующей уже мы будем другими делами заниматься. На, Лирик. На тебе отдельно. На тебе, тебе. А это что осталось рыбам? Так, я уже по кругу хожу. Вот так. Все. Сейчас будем кузю шевелить. Смотреть на него. Все, заканчиваю. Земляне, я этот ролик. И, как обычно, желаю всем хорошего настроения. И тех, кто ходил со мной, путешествовал по саду, желаем хорошего настроения. А мы будем снимать другую серию.